Целая серия курьезных аварий произошла в Ангарске. Сегодня утром на перекрестке улиц Сибирская и Олега Кошевого столкнулись эвакуатор и трамвай. Предположительно, водитель автомобиля нарушил правила и допустил столкновение. Примерно в то же время автоледи на Toyota Sprinter столкнулась с автобусом возле ДК «Современник». В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются в ГИБДД. Днем ранее авария произошла возле магазина «Ярославна». Там мотоциклист зацепился за трос от рекламного баннера и упал. Сейчас инспекторы проводят проверку в отношении рекламной конструкции. Пострадавший доставлен в больницу. А в выходной день водитель «Газели» вез по Ленинградскому проспекту сразу две бочки с квасом. Одна из них отцепилась и упала. Все содержимое растеклось по дороге.